депутат, который в прошлый раз били людей. Можете все видеть, ни на одном нет ни распознавательных знаков, ничего. Написано полиция и все. Кто вы такие? А вы кто такие? Покажи удостоверение. Что? Покажи удостоверение. Ты что, дурь? Вообще что? Давай уйдем отсюда. Что? Идем. Руки. Какие руки? Какие удостоверения покажи? А? Ты. Да. Покажи свое посвящение. Ты. Ты сотрудник кого? Полиция или кто? Спрашивай, где вас запрос? А? Где вас запрос? Никакие. Просто что они, кто это такие? Я спрашиваю. Сотрудник полиции. А где на них появится? Что, добавили? Есть шлема, есть на шлема, ты здесь. Снял? Не хочу там и снимать. Читай конституцию, если ты не умеешь. Если в школе не научили, так если я сейчас то научу, твои проблемы. Не хами. Я не хамлю. Пусть они не рассказывают, что не делают. Закон о полиции читай, мы можем обмежить доступ. Так обмежите, я не спорю. Ну так я тебя обмежу. Встань, будь ласка, Так вот, я стою. Люди тут имеют право ходить. Вы обмеживаете доступ. Вот, сюда люди заходят. Вы не обмеживаете доступ. Обмеживаете доступ вы на суд. Так мы сейчас тебе умножим доступ, ты снимал оттуда, ты что непонятно. Ты самый такой, я не понимаю, умный или что? Ты тут не шока, ты баран. А можно вопрос? Да. А где у нас нет распознавательных знаков? А где у вас? На шлема? Вот написано. Вот где у него распознаватель? Вот написано, смотрите. Ты сейчас голову забьешь. Что это такое? Я такое могу купить на базаре. У каждого должен быть жетон. На АКАФке вот номер, у них всех номер, номера подсказывают. Я покажу жетон, но не на камеру. А? Я покажу. Так при чем тут вы? Я не... Мы не носим жетоны на массовый заход. Не одягаем. Мы их не одягаем. А как вас идентифицировать, если вы побьете людей? Незаконно. Как понять? Что значит незаконно? Незаконно. Ну, у вас есть номер. У них номера затерты. Есть звание, есть и все остальное. Все есть. Нет, только вы говорите, что ничего нет. Идем. Что такое? Я вас прошу, не провокуйте. Я не провокую. Давай. Так что, снимай, не, давай снимешь одежду и тогда поговорим. Да поговорите. Тогда поговорите. Статья будет другая. Вас когда в форме бьешь, это одна статья, без формы другая. Ну.